теперь, друзья, посмотрите на мой любимый Киев. Кто соскучился по любимому Киеву, смотрите на него, какой он красивый сейчас. Вот он, видите? Вы можете нормально поностальгировать. Так что смотрите на Киев и ностальгируйте. Вот он, красавчик какой, а? Солнечный, красивый, уютный. Видите? Так что, дорогие киевляне, смотрим, радуемся. Пишите комментарии, что вам тут нравится. Что вы интересного здесь видите. Смотрите, да, какой вот он. Да? Я вот езжу по Киеву, зарос немного, видите? Постричься надо. Едем дальше. Я, правда, такой киевлянин, задрыпанский, что я даже не знаю улиц, по которым езжу, не знаю ни одного названия. Так что пишите в комментарии, какое вот это название улицы. Вот заправка. Смотрите, по нулям. Хотя дизельное топливо было по 58 гривен. Остального топлива нету. Вот такой вот Киев, да, красавчик. Ай. Немножко резкость. Я не учил. Так, смотрим дальше. Красота какая, да? Вот так вот выглядит Киев на данный момент. Абсолютно свежие кадры. Смотрите, да? Вот он, красавчик. Так что смотрите и наслаждайтесь. Много ли машин? Не мало ли машин? Смотрите, это много машин или это мало машин? Вот главная дорога. Вот я еду. Сейчас 32 градуса тепла, показывают у меня. Видите, узнаете места, смотрите, вот дома. Вот такие дома, вот такие дома, вот такие дома. Отличие, вот я был в Одессе только что. Там больше плакатов рекламных. Так что там как-то это все больше. И, соответственно, с нынешней тематикой плакатов там больше. О, смотрите, да, мы едем. А это площадь Победы. Точнее, не площадь, а проспект. Так что вот смотрите. Ее знают все. Эта улица ведет прямо до Житомира или прямо до центра Киева. Так что, кто не был в Киеве, вот вы познакомитесь с Киевом немножечко. Вот, смотрите, зелень. Киев очень зеленый город, видите? Да. Смотрите, цены на топливо 0,00. Нету топлива. Нету топлива, к сожалению. Иногда есть. Иногда топливо есть, иногда топлива нету. Машины ездят, катаются. Солнечно, тепло. Никто не знает, как, Серый, как в Киеве? Расскажи, как там ситуация? Вот она ситуация. Смотрите, какая ситуация. Как сейчас в Киеве. Take the exit on the right. Ой, мне направо. Вот это я с вами тут заболтался, а мне направо надо. Вот, смотрим. Вот такой поворот. Смотрим. Все дома, поворотики, все смотрим. Видите, названия магазинов. Так, смотрите дальше. Немножко дорогу поремонтировали. Вроде бы эта дорога ведет до самой Петровки. Но теперь Петровка — это уже не Петровка, это уже Почайна вроде называется. Кто-то спрашивает, какие девушки. Вон, смотрите, какие девушки. Одна шла девушка.
Есть ли электросамокаты? Да, есть. Вот они, электросамокаты. Что еще есть? Что у нас? Вот еще девушки. Кто-то спрашивал меня про девушек киевских. Или вообще девушек. Так что смотрите. Вы видите, какая архитектура интересная. Перекошенная вот такая. Так, едем дальше. Едем дальше, смотрим. Это видео я не буду нарезать, я не буду убирать вот этот навигатор, который там что-то говорит. Он громкий такой навигатор. Потому что мне немного лень этим заниматься, если честно. Тратится много времени, места тратится очень много. А посмотреть Киев хочется. Могу иногда паузу нажимать, чтобы когда вот сейчас остановился. Вам, друзья, повезло, вы увидели даже немного, как идут ремонтные работы дорожные в Киеве. Вот, вышел дядька, вот так вот поднял колпак вверх. Наверное, вы не видели. Развернули технику и поехали дальше. Едем дальше. Так, что это у нас за улица? Смотрим, узнаем, пишем комментарии. Какая это улица, кто знает? И напишите в комментариях, чей этот Киев родной, почему он вам родной. Или кто приехал в Киев и он стал родным. Потому что я родился в Киеве, в этом городе. Но на самом деле я этот Киев не знаю, я не могу его никак выучить. Ни одну улицу нормально не могу выучить. И они, как я и говорил, меняются названия. Или я просто забываю, или я, наверное, просто слишком много других городов увидел на машине. Вот, смотрите, я вам бок покажу, да, как это выглядит. Вот немножко вот люди, все, остановка, да, вот это вот, смотрите, да. Пока на светофоре я стою, могу по бокам. Тоже у нас, оказывается, тоже есть разрисованное все как на западе, дороги, вот, видите, мужчина едет и тоже в планшете смотрит. Все есть, все как и везде, все у нас есть тут в Киеве. Троллейбусы вон, смотрите, есть. Так, дальше едем, смотрим. Смотрим дальше. Наш Киев красивый, да, какой? Вы сейчас со мной побываете в Киеве. Конечно, заляпанное такое стекло. Я решил спонтанно поснимать, потому что я был в Одессе, и многие, кто из Одессы, тоже просили меня, покажи Одессу. Вот. Меня также просили, покажи Киев. Но прямой эфир я Киева я не буду делать. Вот, смотрите, вот такой эфир. Не эфир, а вот такую запись видео, да? Тут только дорога, но все равно, мало ли, кто-то, кому-то может приятно увидеть. Кто-то 100 лет не был в Киеве, ему просто приятно вот со мной покататься по этим дорогам киевским. Кто-то что-то узнает, может быть, какой-то таксист эмигрировал. А так как сейчас очень много людей за границей, очень много. И вот вы там сейчас сидите за границей, скучаете по своему Киеву, а я вот вам показываю, смотрите, наслаждайтесь. Я уже повторяюсь, наслаждайтесь. И ностальгируйте по полной. Вот. Видите, как аж ветер дует. Аж ничего не слышно, когда я еду. Так, дальше заправка. Что у нас дальше? 95-й есть. Очередь, видите? Это только на бензин на 95-й такая очередь. Считается небольшая очередь. И всего лишь один вид топлива.
95 бензин. Мне нужен дизель. In 600 meters, по трассе, keep left at the fork. По трассе, в принципе, был дизель и бензин. По трассе можно было все-таки найти. Вот. Разная цена. Даже один раз увидел 56 гривен за дизельное топливо. Я напоминаю, что... А здесь 58. Keep left at the fork. Then, slide right. Так, мне надо... Мне куда вообще надо? Что она мне говорит? Налево. Развернуться. Slide right. Так, в общем, мне тут надо развернуться, друзья. Что я сделал? Я проехал. Проскочил все по кругу. Мне надо было вот там повернуть, right. Вот так вот. Ладно. Развернусь дальше.